Туи у мемориала героям фронта и тыла сажали год назад. Помпезно, с первыми лицами города и под прицелом телекамер. Погибли деревца тихо и одиноко. Виновниками болезни туи, если верить интернету, специалисты назвали собак, справляющих на деревья малую нужду. А вот у жителей близлежащих домов другая версия. Еще весной люди жаловались нам на то, что за туями не ухаживают. Хорошие зелененькие деревца, эти маленькие туи. А сейчас они вот после зимы, они коричневые стали. Уже в октябре больные деревья выкопают и отвезут в питомник растений, который год назад безвозмездно передал их городу. Осенью прошлого года на мемориал героям фронта и тыла было в рамках субботника высажено порядка 40 туй. Да, к сожалению, зеленые насаждения у нас погибли в большинстве своем, и, соответственно, принято решение по их замене на более адаптированные городским условиям. Значит, денежные средства города на данном мероприятии были не затрачены. Причина гибели аллеи уже не так важна. Сейчас главное, чтобы новые саженцы не повторили ее судьбу. Планируется заменить туи кустарником, более стойким к городским превратностям. Для ухода за саженцами наймут подрядную организацию. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.